A real American hot dog, actually, where the difference comes from hot dog to hot dog is not so much the meat. The meat is already pre-made. It is what you do after you put the meat in the hot dog bun. So, основное в приготовлении вот настоящего американского хот-дога это как раз не тот кусочек мяса колбаски, вот, который вовнутрь вкладывается, а именно вот сама вот эта булочка, в которую это все помещается. А какой она должна быть? What does it should look like? A hot dog bun is normally about 6 to 7 inches. It is like 16, a roll and is cut in half. 16-17 дюймов длиною, круглая, и посерединочке она разрезается. They would put the meat inside the bun, and a normal hot dog would consist of putting ketchup, relish, and mustard or mayonnaise. Настоящий хот-дог обязательно, кроме сосиски внутри, еще поливается кетчупом или майонезом, то есть какими-то приправами. А что там?